Доброе утро! Христос воскресе! Сегодня я расскажу, кто же родился 2 мая. 2 мая 1951 года родилась умница и красавица, историк по образованию Людмила Борисовна Нарусова. 2 мая 1946 года родился английский актер Дэвид Суше. Вы все можете его вспомнить по непревзойденному Эркюлю Пуаро. В 1942 году родился Михаил Жигалов, прекрасный актер. Яркие роли можете его увидеть и вспомнить. 2 мая 1929 году родилась еще одна умница-красавица Екатерина II. Годы ее правления на российском престоле составили 34 года. А я всегда думала, когда родилась Екатерина II. Вот такие были дни рождения. С вами была